Так, дорогие друзья, мы начинаем КВН. Да, для кого? Зачем? Для кого? Почему? Все. Мы, почему мы опять начали как хочу говорить? Не знаю, потому что... Я не знаю. Так, дорогие друзья. Подавился. О! От души, на самом деле, очень-очень хорошо начали, ребята. Смотри, у это... нас сегодня было предложение комментировать как эстонские комментаторы. Так, друзья, так, команды очень. Построились, скоро будет рукопожатие. Скоро. А сейчас команды разминаются. Разминка по полю удачно. Вратарь пропустил мяч. Блардок, сейчас первый. Этого не надо делать. Лишние шумы нам тут не нужны. Эй, подожди, Данил Шум. Просто почему они по-другому встали? Тут резко холодно стало что-то. Уже второй тайм мы что-то пропустили. Так, друзья, очень скользкое поле. Очень. Очень. Игра сегодня будет абсолютно непредсказуемая, потому что... Я предсказываю. Чуть по-другому поставил ножку. А то все предыдущие игры были такие предсказуемые? Конечно, предсказуемые. Предсказуемые. Мяч как упадет, как отлетит. Я колдовал. Предсказуемое неизвестное место. Дитя! Слушай, какие серьезные ребята, мне они не нравятся. Подожди, это что, футболист что ли? Под четвертым номером. Где? Где? Смотри, дохлая ворона. Птичка! Где? Что такое? Что? Что случилось? Я не знаю. Ты посмотри. Поехали. Эта игра начнется так, через 5 минут, ребята. Так. Пока что тренируемся. Кратчи эстонские парни растопили лед сегодня. Игорь! 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 Хорошо, комментатор. Смотри, какой злой, какой серьезный. Потише. Какой серьезный. Потише, товарищи комментаторы. Потише. Не мешайте игре. А кто это такой? Это было больно. Ему ебал дать? Мне это тренер второй. Наш? Конечно. Не наш. Он нам такой, ёпта. Я так мне он не нравится. Я так не играю. Это был... Удар, почти гол. Какой гол, матч еще не начался. Но разминка же идет полным ходом. Это очень холодно сегодня. Таки да. Уже? Мы таки с вами наблюдаем интереснейший матч, товарищи. Кофейку. За какие такие заслуги? Ух, за хорошую играем работу. Играем таки до конца. Так, все, игра начинается. Итак, первый удар с центра поля. Такие интересные получается раскладочка. Такие это следующая тема наших комментариев. Не перескакивайте, пожалуйста. У меня сейчас получился еврейский стоник. Отдали. Ты мой шекель. Такие у меня нет шекеля. Это почему нет? Такие он весь у Буденного? Да как у Буденного? Сихай. Я прошу вас обратить внимание больше на игру. Аут. Такую еще не началось ничего. Аут, аут. Ты где? Как отобрал меня? Вообще. Так. Фротарь хочет. Фротарь хотел купить себе, но не получилось. У меня гопники телефон легче отбирают, чем он этот мяч. Александр. Да у вас вообще не мудрено что-нибудь отобрать. Это что как, за наезды? Как конфетка. Перед собой! Он... Ворота! 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 Поворота! Что? Поворотча. Поворотча. Итальяно. Итальяно, поворотча. Это не надо гол, не надо, не надо. Хорошо, послушали меня. Ну и... Ворота. Ладно, 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 беги, беги. И сейчас удар будет. А почему он так медленно бежал?
Нет, не успел. Никто. Никто не хочет. Никто не хочет. Ему, походу, голова надоела. Боже, очень холодно. Сегодня. Профиться немножко. Как сказать по-русски? Cold. Cold. Холодно. Так. Холодно. Волосы дыбом встают на одном месте. Ты мое место не трогай. Вздыбленное место. Я не трогаю. Тут товарищ с камерой стоит. Я его место трогаю. О-о-о-о. Я могу пропустить поближе к другу. Да я через тебя доберусь. Пенальти. Какой пенальти? Удар? Пенальти. Гол? Походу пенальти, потому пенальти, что... Пенальти, пенальти, друзья. Боже мой. Нет. Штраф. Опасный штрафной на 4-й минуте матча. Четвертая? А то там написано 5-56. Ну так мы чуть-чуть заранее включили. Хорошо, я тебя понял. Понял. Итак, понял. Это очень... Смотри. Очень... Напряженный матч, тут птицы летают, срут везде. Очень сложно. Что-то им не нравится сегодня. А, посмотри, они там собрались. Колоссом. Как это? Итак, большая стенка у нас. Стенка большая. Большая стенка. Удар, промахнулся. Молодец! Хорош. Хорош. Хлопец. Итак, матч пришел. Купер взял мяч. В нижнем левом углу. Хорватский купор. Он мяч пропустил. Хлопец. На весь? Хорошо. Хорошо. Пропустили. Слушай, сегодня невероятно. Звенели бубенцы. Зазвенели еще как это. Джингл бэл. Той не скажет, той москаль. Что он кричит все время? Такой злой вратарный. Мне кажется, сегодня получится не такой интересный матч в плане комментариев. Интересный? Как? Давайте вы поближе встанете. Да. Ну, да, иди туда. Нет. Иди вот туда. Мы очень хорошо умеем комментировать. Как-то... Матчи голос у нас очень так и неплохо получается. Так куда он и скинул матч? Так еврейский голосочек тоже? Так и хаудский идет вперед. Так и хаудский. Хаудский. Отобрали таки мяч. И таки опять хаудский. О, ты как, они разыграли. Смотри, какая распасовочка, как будто бы за шекель держится. А ты смотри, как ударил. Воу! Андрей! Вот это удар, ей-богу, ребята. Прям практически с центра поля. Мужик. Просто. Куда ты хач голос опять включил? Слушай, короче, да давай как хорошо включай. Отвечаю, чувак, теперь пошла игра. Мы начинаем, Кевин. Для кого? Для кого? Почему? Почему, по кому? Короче, поиграть. Пошел. Пошла игра, 1-0 уже, товарищи. Мы случайно. Мы случайно, мы да. Мы думали, нас, короче, что за эстонец тут сидит, да, он ну, какой-то аутист. Подбили, короче. Мы, короче, да, просто, ну, его акцент, короче, поправили на нижний лад, мы сразу мы поняли. Мы там подкрутили, короче. Гаечки немножко. Гаечку ему подкрутили в одно место, короче. И там, короче, чижик. Какой чижик? Чижик. Какой чижик? Пели-пели, чижик. Смотри, ох ты, как он плохо ударил. Хотя, знаешь, достиг своей цели. Какой молодец. Русский такой молодец, вообще бьет, выбивает. От. Капитан просто везде отыгрывает. Капитан, гол забил в этой защите. Дай забьет ворота, похрену на все. Капитан, капитан, ай, Александр. Игорь мужик. Ну Игорь-то сам на собой, чуть пенальти, конечно, нам не зашел такое. Что? Боже мой, мои ударка. Бубенчики. Под бубенческие мышцы замерзли. Опять его там впереди. Это как его фамилия? Кого? Он. Вот этот вот! Вот этот мужик! Один, смотри, один! Эй, там! Посмотри, он такой вот маленький. Там мужики какие-то сидят вообще. Что происходит? Ты видел, как отыграл? Просто как будто поборолся.
Борат поборолся. Борат. Ну так у него же, понимаешь, же есть. Же нету, уже доказано было. Так нету. Это вот так ты вот. Ты смотри, я сейчас упаду туда, знаешь почему, что же будет? Упади, я тебе скажу потом, что же нет. Не, зачем тогда падать? Чтобы ты упал. Борьба на край, на крайку поля. На крайку? Крайку! Так. Что? Куда? Зачем? Чё сделал? Куканин. Ну, дурак. Зачем? Кто его просит, скажи? Я не знаю, он разозлился, что ему, короче, гол забили. А пока посмотрим, у нас сегодня есть болельщики, между прочим. Болельщицы. Цик, огурцы. Молодцы, болельщицы. Один повернулся. И второй. Второй, уважаемая. Нет. Вообще неуважаемая, походу, раз уж не отвлекает. Мужик, короче, прошел мяч до старта. А говорит, мужик. Взял и, короче, убежал, пацаны такой. От души, слушай, побудрил. Бутоны, давай! Бутоны, как хотел зарядить. Пушка, пушка, пушка. Просто пушка. Пушка. Ух, вот это было, да. Пушка страшная. Не страшненько. Это нормальная пушка. Где мяч? Восьма симпотная пушка, я бы даже сказал. Потная пушка. Потная симпотная. Аж, слушай, аж слюной зашелся весь, а? Аж потниной захлебнулся. Не, ты что? Не пали меня, ты. Да ладно, я все видел. Кушал он с утра. Что я знаю про тебя. Много у нас физруков, слушай, тренеров. Физрук тренер. Еще тренер. Где? Да нет, вот он. Два тренера стоят. Вот что там было? Главный, второй. Тут смотри, а кто из них? Там, по-моему, рука была. На руки у всех. Да. У всех? У меня есть. Смотри, ты руками снимаешь. Ой, точно. Камерой. Просто у кого-то пукан бомбанул. Я думал, это Мурифин. Это, смотри, номер 10 бьет. Удар! Мимо! Это что, вообще не удар? И пошли. Нет, ничего, нормально. Сербская черепаха бьет лучше, чем он. Сербская черепаха? Полский поползень. Хорватский слизень. Пополз. Что-то мы зря хвалили по-хорватски сегодня. Что-то они, слушай, вообще как-то как тухло он играет. Расслабился от своей крутизны. Да, точно, это главное. Вася, скользко как, я тут боюсь просочиться в щелочку. Не просочиться. И не в такие щелочки просочивались, скажи я тебе. На пять. Нету, подожди, на нету с собой. Да что Сашка, очень скользкий поле. Надо было раз этого его. Давай, Саша, давай. Штрафной. Разрыхлили. Но игроки быстро пожали ручку друг другу, и все в порядке. Да, игроки, короче, лицемерят по полной. Если бы они били у меня на родине в Махачкале, уже давно на прогиб бы кинули. Я думал, ты рэп читаешь. Ты так трясся, как будто рэп читал. Просто очень У меня в Махачкале. И удар. И выпустил из рук. И пошел вперед. Опасно. Бей! Давай! Пустые ворота, бей! Уже не пустые, уже все. Момент упущен, уже жирные. Момент. Давай, бей! Не тупи, не... Слушай, как он хотел его разбить. А дома никто не отыгрывает, а Игорь отыграет. Молодец. Нет, ты лучше. Каков? Ну ладно, хорошо. Каков? А смотри, капитан хотел туда забить, себе хотел забить. Капитан, он просто хочет забить. Хоть куда-нибудь. Не, правильно, бить надо, правильно, все нормально, угловой. Ну как это правильно? Так сказать. Палку он кинул, а типа нет, палку кинул. Да слушай, очень скользко, я тоже боюсь в щелочку. На самом деле, я не боюсь в щелочку, я это стремлюсь, короче.
все стремятся в щелочку. Это как, знаешь, это... Слышь, черная дыра! Александр Круцкий! Круцкий! Воу! Он шнурок завязал. Молодец! Шнурок, вот он наш. Шнурок завязал. И кто у нас он сегодня? Мы поняли, что Криштиану Будённый. А кто у нас Круцкий? Как это? Круцкий мужик. Круцкий мужик. Мужик. Но кто головой у нас забивает? Круцкий забивает. А, в смысле, это, понимаешь, это имя собственное. А помните, как в прошлом матче он стремился головой забить? Как он стремился? И в этом все-таки достиг своей цели, короче. Короче, помыл голову, получила. То, что у него голова тоже, конечно, мытая была, но то был не тот шампунь. То был шампунь. О, Будённый отыгрывает, отыгрывает Будённый! Защита страшная просто сегодня. Вот это да! Вообще от души просто так зарядил, там походу вообще, а там взрыв произошел. А знаешь, что я знал? Узнал. Мне холодно. Холодно. Согрей себя. Слушай, давай глянь пыльца, а тебе нельзя. А я, да, ты не пьешь. А я не пью. Давай просто горячего чего-нибудь выпьем. Давай. Эй, а ты что, ты мяч упустил? Давай, птицу, поймаем, сожрём. Это 1-0, 2-0. Я говорю 2-0. Я говорю. Ты что-то опять, походу, пошел на эстонский манер. Нет. Как это нет? 1-0, ну это только дебил, может. Я забил пока что. Где урод? Выпускаю урод. Круцкий. О, за воротами урод бегает. Вот опасная ошибка, опасная. Сейчас будет аут. Конец. Как ты угадал? Он сказал аут, а не конец. Так он же был тоже. Итак, важное совещание. Уже в первом тайме 2-0. Вот это я понимаю, нормальный результат. Посмотрим, идет совещание команды. Идет совещание команды. Тренер говорит. А это не тренер, это Попов. А где тренер? Где тренер? Тренирован. А тренер говорит, да все нормально, играет, что им тут рассказывать. Так, постоим, поговорим. А там второй тренер, короче, рассуждает. А, второй тренер? А второй тренер? А где второй тренер? Вот такой важный, серьезный, слушай, прям такой. Там кто-то записывает что-то? Тренер такой. А он записывает, смотрю, на желтой карточке втихаря записывает. Не желтый, он голы записывает. Голы А эти, понял, они вообще лохи полные, они даже совещаться не хотят, просто ходят, что-то ходят. А они сначала совещались, а наши ходили. Ты хочешь сказать, им хватило? Ой, ты слушай мою тему вообще раз этого, разбомбил. Пара-пам-пам-пам. Ты хочешь сказать, им хватило одного раза? Нет, слушай. Ты думаешь, одного раза недостаточно? Да, надо догоняться после первого тайма. Конечно, надо еще пару раз так это... Чтоб хватило прям на это на весь день. Смотри, а тут маленький он дышит. Это, короче, у него допинг. Допинг. Через нос. Мы поносим свой понос. Надо сделать одно фото. Сделай. Вот ты ты сделал просто. Вообще отлично. Капец сделал. Отвечаю. Кнопочку и шмак. Шмак ты шмакнул кнопочку, мужик. Жмакает. Люблю жмакать. Нас палят. Превратись, аутист. Нас не палят. А вот фотограф. И второй тайм надо... Это прикорочи наш... Комментаторский мостик уже просто не вмещает просто всех желающих. Просто. А вам не кажется, коллеги, что когда нас стало трое, количество комментариев увеличилось, а качество немножко понизилось? Да! Не, нормально. Просто холодно, так-то они лучше. Губы смерзаются. Да, просто понимаешь. Так-то ничего ты не понимаешь. Так-то комментарии больше, просто сейчас холодно. Просто холодно, да, у нас мозги замерзли, короче. Да, мозги, да. Да, у нас, не это опять мозг. Какой-то прибалтиец. Даун. Какой даун? Да, у нас. Да, у нас? Да, у нас. А где да, у нас? Ну, ты сейчас сказал, да, у нас просто холодно. Ага, у нас.
Да просто... Да у нас и ручки мерзнут. Да у нас и, да, холодный. А за холодный, жгучий, обмораживающий. Где ростик? Где ростик жгучий? Где ростик? Ростик стоит. Стоит. Он согревается, видишь? Оп! Поскользнулся. Кубки стоит, согревается, короче, свои колючечки. А теперь внимание. Аут. Какой аут? Ист, аут, аут. Ист, аут. Не, West Coast. Удар, голь! О, это кто? Это кто ударил? Это не знаю, это Игорь. Какой-то... Игорь? Это 10-й номер, Игорь. О, еще раз, ты! Железная башка стояла, души! Еще раз! Просто вот мужик, да что вы все? Ой-ой-ой-ой! Вот ты хорош, хорош, хорош! А давай, выбивай меня! Просто от души принял. Давай, давай, беги, беги, мальчик. Ох, ой, ты мальчика уронили. Нет, не было мальчика. Да, все правильно. Да. Поднимите мальчика. Мальчик. Почему он уронился? Тебе твоего мальчика кто-то помогает поднимать, когда вокруг мужики. Он сам встает. Вот он сам. И этот сам встанет. Не надо никакому мальчику. Только у меня он встает никогда, мужики. Мой мальчик. Давай, ну! Любительское общество. Блин! Ну давай, возвращайся, удар! Эй, забей себе, пожалуйста, по-братски. О! Слушай, будь что это было? Вообще, что-то невероятное у меня провибрировало. Русский молодец, бей! Шире, уходи, шире! Шире? Шире, говорят! Шире ходи, вот так, как джиги, короче. О, ты зачем конечно. Ты это сделал? Почти, а, вообще. Почти. Эй, смотри, бабулю попросите, она вам подгонит мяч вообще подать. А бабуля, где бабуля? Вон бабуля идет. Бабушка, туда не ходи, сюда ходи. А то снег башка совсем мертвый будешь. А, я запалю, короче. Палим, палим. Палим, наши болельщицы ведут нездоровый образ жизни. Курить? На... Вот так она поддерживает свою команду. Не, она, короче, пусть она... лучше у меня здоровье меньше будет, у них больше, вай. Она говорит, что она свое здоровье отдает им. Это, короче, это шаманская трубка, короче, она такая. И частичку своего здоровья, говорит, короче, парням отдает, они говорит, такие. Хоть по вене буду биться, но парням я дам напиться. Хоть по вене буду биться, но парням дам. Забиться. Забиться. Залупить. Не надо залупляться на вещах, которые не важны в этом бренном мире. А у него рука была, у него рука была. А, я сегодня не видел, сегодня не видел. Судья, потому что. Ты посмотри, сейчас забьет! О, опасно! Блин, что-то я, короче, слишком. Где твоя манна, а? Манна? Блин, где твоя манна? Я с утра не, не заманился? Закинулся маной. Надо закинуться маной. А что, что, манна в таблетосах? Нет. Блин, а ты, короче. Блин, я забыл ману в холодильник поставить. Маман придет, маной меня убьет. Маной клянусь. Сказала, рыб зачитал. Ман? Короче, гол забил. Сейчас я смотрю и, короче, мяч полетит. И? Удар! Иди, уйди, шая! Ну бей! Бей! О, ну ты, как это было бы красиво вообще! Слушай, Буткевич вообще там рвет вообще всех. Мне кажется, без драки сегодня не обойдется. Комментаторы запаслись, короче, на этот случай. У меня там биты, ножи, пистолет. Гонишь ты боржоми, да я попадуюсь! Боржоми тоже есть, если что там это, полечиться. Если короче. Кто по почкам попадет. Мана, 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 мне нужен боржоми, чтобы маной запастись. Игорь, выбивай нахуй. А че? Извиняюсь. Ты что там сказал там? Нахуй. Ой, извиняюсь. Я сказал, на поле выбивай. На поле танки грохотали. Солдаты эти дрелью били мне. Где они тебе дрелью били? Ок! Что? Четыре друга. Возле парня. Долбили дрелью. Само слово. Да. Это рабочий, короче, рабочий жанр. Рабочие будни. Рабочие будни комментатор. Розочка разделся. Розочка разделся. Сбросил. Сбросил лепестки и обнажил свои шипы. Просто. Ух ты, какой удар. В ашпе.
Пашпе сегодня я не успеваю камеру туда-сюда вертеть. Так быстро мяч перемещается из одного конца поля в другой. Стремительный матч. Просто сейчас аут бросили. Знаешь, извиняюсь, дорогие телезрители. Какие вы... Ёлы-палы. Дорогие. Какие вы телезрители. Вы так это... И Будённый, Круцкий, Будённый. Круцкий, Будённый. Пятый, рука. Голова. Голова, аут, вратарь, мяч бросил. Четвертый поймал. Ой, рука была. Ай, вообще, Буткевич, вот он, что-то, он злой, короче. Буткевич, капитан, он должен быть злой. А он не должен быть злой, он должен быть крутой. Он должен сегодня третий гол забить. Он как забил. Какой третий? Второй? Вышел. Какой второй? Нет, ну, в смысле, в сумме третий. Вышел. Как ты меня поправлять нельзя? Вышел. А для него он второй. Сейчас, короче, шипа мне сын, вени парлежит. У него еще новые устройства, у него ушки черные. Ушки? Это чтобы не слышать, это, короче, криков, когда он будет их срезать. Он не любит слушать крики. Да, это его, короче, это, ну, удручает. Говорит, вот ты, бедный мой, дай я тебе еще порежу. Молодец, Хруцкий, он... защитил свои ворота. Удручает? Тут холодно, как? Че он будет удручать? Тут холодно, нечего удручать. Ну, у кого как. И Хруцкий опять защищает ворота. Молодец, парень. Я тоже в почтанечках, но он там в футбол играет. Да вот именно. Не отвлекайтесь от игры, вы комментировать должны, Вася. Мы комментируем. Вас зачем сюда позвали вообще? Просто, короче, слушай. То вы комментарий царский дали. Капитан ушел спать. О, капитан. Капитан немножко отдыхает. Чуть-чуть. Отдыхай, капитан. Вот он. Капитан поспит? Давай ему на лавочке расстелим. Капитан! Ложись! Ложись, поспи! Капитан, капитан, без улыбки. Потому не забьет там гол. Угловой снял. Снял. Снова. Ты понял? Снежок. Грохочет, бежит. И угловой. Угловой. Тем временем половина второго тайма уже прошла. Осталось 7 минут. Слушай, я думал, уже весь тайм прошел. Ай, Хруцкий, молодец. Это же Хруцкий был? Конечно. Тем временем. Хруцкий головой отрабатывает сегодня. Вот что значит играть нужно головой. Я даже не успел заметить, что там получилось. Все запомнили мои слова, что матч окончится 2-1, 2-1. Когда ты это говорил? Это я вначале говорил, по-моему, даже на камере это есть. Забыли, не было голоса, слышал? Ну, если бы это так всегда работало, то наша сборная России бы выигрывала. Нет, она просто так и думает. Забыли, не было гола. 1-0, забыли, не было гола. 1-0. Пацаны, не было гола, 10-0, пацаны, какой 10-0? 0-0. 0-0, не было гола. Какой? Не было гола. Но установка правильная. Тренер. Это, да, я туда пройду, я по шаманю немного. Там скользко, иди по шаману. Я хочу по шаману просто. А, ты свои шаманки вытащил. Я маны. Новый игрок вышел на поле, новый игрок возвращается обратно на так, лошадку. Мне кажется, короче, черные ушки это не то. Не то? Нет, это не тема. Хотя сейчас посмотрим, как он будет. Ну, значит, начали теснить нас, они не отходят от нашей штрафной. Все время вбрасывают что-то, бьют. Слушай, вы заметили, что они делают одинаково все время? Отдышись, Игорь пошел, Игорь пошел. Просто отец. Это я не ушки, понимаю. Ушки, отец, ушки. Отец, правосудие, отдай! Пас! Отдавай! Давай, беги, Роза! Молодец, обошел почти всех. Блин, конечно, надо было лучше. Вы вдвоем, конечно, за ночью не бегите, не бегите. Ошибка. Сейчас шаман. Шаман Кинг. Бичаманом королю. Бичаманом. Хороший мультик. О, шаман Кинг. Давай, шаман. Шамань. Не получился удар. А Розыч бежал. Розыч бежал. В каком стиле комментарий? Во всех сразу. Во всех. Да, смотри, капитана наругали, короче. А потому что нечего отвлекаться. Только специально для капитана мы чуть-чуть эстонский добавили. А остальное да, все, давайте понимаешь, по-хачевой. Как-то разнообразим наши выступления. Да как тут разнообразить? Тут только накал страстей. Ну, накал страстей у меня иногда и на кухне бывает.
понял мою шутку. Вообще шикарно. Да, где, короче, курочек посиджались, да? Да, да, короче, короче, на наковальне их отбиваю. Цыпленочку табака. Ну, гоу-гоу. И такие, такие, давайте сделаем красивые полки. Пуденый, ну давай. Вау, вот это да! Вот это гол! Друзья, вот это гол! Ребята, удар! Обалдеть, обалдеть просто! Я даже не успел понять ничего, как уже мяч оказался в сетке. Вот это разыгрыш, вот это навес, вот это вот просто... Обалдеть! Молодцы! 3-1! 3-1! Это как 31. Но хорошо, только 3, 2 точечки, 1. А я сейчас чуть и смотри, Роза Хутор пошел! Пошел, Роза! Пошел, пошел! Ушел мяч, по-моему, там, нет? И пошли в атаку, быстренько. Нет, не заблокировал. Крутский! Извините нас! Мы не подготовились сегодня. У меня садится батареечка. Мы вообще не хотели. Батареечка, холодно, батареечке. Это он не хотел приезжать. Но, дорогие наши игроки. Ой, я ничего не делаю. А как же нам надо еще снять прощание? Прощание? Я боюсь. Не бойся, Кушина. Тут Роза дошел. Блин. Роза порезался и ушел. Он, короче, руки умывает. Место преступления скрывается. Ох, как ты просто отец. Опять промахнулся, опять. Ой, о. Опасная игра была. Да нет, не опасная, обычная игра. Вот. Отбирай мяч, отбирай. А что, не знаешь, что хорош. Игорь? О, молодец. Они не знают, что Игорь хорош слишком, чтобы его... Там что, рука была? Где? Вот почему штрафной? Не знаю, наверное. Что-то было плохое. Что-то мне это напоминает, друзья. Не. Хотя нет, другая позиция. Другая позиция, другой. Да ничего не будет, я отвечаю. Это, короче, эстонский хач. Вот это было опасно вообще. Штанга была. Это была штанга? Это была штанга, по-моему. А мне кажется, штанга. Это штанга. Короче, там блины вешаешь, ну, Блины, да, это дороги, масленица наступила, надо блинами кататься. Это что, попердал? Кого? Будённый пошёл. Вот давай, так, давай, Будённый. Пальма. Она ещё, он уже скидывает. А русский что, ушёл уже, что ли? А он что же? На площадке играет. А уже тем временем 14 минут 15 секунд. Матчу пора заканчиваться. Да, сейчас еще гол забьют и закон. 4-1, да? Да, 4-1 было бы идеально. Была бы такая хорошая, уверенная победа. На последнюю минуту поставили волейбол сыграть. Дают дорогу. Молодым. А старикам у нас почет, а молодым у нас дорога. А молодые у нас дороги. Старики кушать хотят. Старики с утра маны не запасли. Это нас что-то спрашивает. Минута. Даже меньше. О! Дикий, дикий вышел. Номер 13. Сейчас выйдет на поле. Давай. Ай, отпустил. Но вот тут тоже была ошибка. О, давай. Ой, молодец, ой, молодец. Ручки были, ручки. Какой ручки? Он ему по лицу заехал. Я бы сейчас вышел, там, короче, всех порезал. Да ты тебе лишь бы порезать. Иди, да. Там рыбу нарезаю все на кухне на твоей. Ух ты, да. Я не рыбу. Слушай, режу. Чувак, курочек жарю. Я вот говорю, вот я тебе, я жопу ставлю, не пробьет. И поставил.
Отвечаю, сейчас будет гол. Нет, ты так. Да будет гол. Отвечаешься, сейчас смотри аккуратно. Смотри, гол. Ну ладно, не гол, ну почти же. Если а уже 16 минут матча сыграно. Он направленно ударил. 16 минут матча. Как это 16? Ну, второго тайма. Как это? Ух ты, вот это вообще Вася. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шопен? Шопен is my love. Шопен is my love. Шопен is my love. Неправильно вброс. И все! Победа! Вот это достойная победа, достойный матч, достойный счет, все достойное. А вот. Кто друг друга? Потому что. Хороший матч, много кто успел отличиться. Вот это да, вот это матч. А вы чего стоите? Вы? Мы вас снимаем. Мы танцуем. А где круг? Победный круг. Победный круг. А победный круг.